В Сочи сегодня состоялось учредительное собрание, на котором выбрано правление и комиссия для принятия устава местного отделения Российского творческого союза работников культуры. В стране он был создан еще в 90-м году. Цель – защита общих интересов и достижение целей работников библиотек, домов культуры, клубов, парков, музеев, кинотеатров, развлекательных центров, экскурсоводов и так далее, вне зависимости от их ведомственной и отраслевой принадлежности. Такой союз просто необходим, отметили на учредительном съезде. Так будет проще выходить с предложениями по улучшению жизни и условий труда работников культуры. У нас в городе очень много работников культуры, очень много талантливых людей. У нас очень много молодежи, для которых вот эта организация будет играть большую роль, потому что это еще и какая-то школа, это и наставничество. Будет помогать нашим творческим работникам улучшению условий, как можно, поскольку можно. Улучшение организации концертного дела. В Сочи местное отделение Союза будет работать по 17 направлениям. Культурно-досуговая, концертная деятельность, хореография, парки культуры и отдыха, музеи, работа с ветеранами и даже налаживание зарубежных связей. Кроме того, один из членов созданного сочинского отделения примет участие в 8-м Всероссийском съезде Творческого союза работников культуры. Он пройдет в Санкт-Петербурге 23 марта в преддверии профессионального праздника работников отрасли.